И мы продолжаем странички истории наших друзей. И на сцену я хочу пригласить полковника, ветерана специальных подразделений МВД России, участника боевых действий, замечательного друга Василия Николаевича Денисова, который входил в состав известной группы «Восточный синдром», автора, исполнителя, продюсера, актера кино Александра Орловского. Сереже Кузнецову. Большое спасибо Сереже Алферову, который помогает православию армии Отечества. Да и всем вам, кто приходит, поддерживает нас. Вы знаете, мы и вы здесь, и мы собираемся, потому что мы заквашены в одной системе координат. У нас одни ценности, у нас одна любовь, у нас одно мировидение какое-то. И спасибо вот всем за то, что у нас есть такая возможность собираться, и тем, кто в зале, и тем, кто за кулисами. И поэтому я хотел спеть про друзей. Запрячься солнце за тучи с улыбкой лукавою, и в роще о чем-то своем пропоет соловей. Нам время сыграет ветрами мелодию старую и крикнет вдогонку: эй, вы придержите коней, придержите коней. Ведь дорога на утро не кончится. Разведите огонь, пригласите на ужин друзей. Мы так часто живем в тесноте своего одиночества. Не звоним и не пишем, телясь в сумятице дней. Скачем вперед, как нам кажется, в поисках истины, теряя друзей и встречая великих врагов, и верим в свою исключительность твердо искренне, идя мимо цели в каком-то десятке шагов. А страсти земные под ноги ложатся с туманами. Прозрение наступит, как долгой дороги итог. Мы были неправы, хоть мы не могли, мы неправы. А правда лишь в том, что когда-то приходит твой срок, и хочется вспомнить молитву, да что-то не помнится. А спрыгнуть на полном скаку нет, никак не успеть. И столько всего, что не сделал, так выполнить хочется. И руки любимых еще раз в ладонях согреть.
Так где же причал, где швартуется гордая истина? Хотя до поры, может, лучше об этом не знать. Ведь наша судьба в небе черном со звездами вышита. И вряд ли дано нам их правильно истолковать. Разводите огонь, приглашайте на ужин друзей. Мы так часто живем в тесноте своего одиночества. Не звоним и не пишем, теряясь в распутице дней.